Лейнстер, видимо. Или что-то там. Что-то типа того. Ты реально монстра в клетке убил? Нет. Я там один был. Че, блин, один к нему подсунулся. Ну нахер. Ну продолжаем. Зидан. Ну как себя чувствуешь? Да вроде ничего так. А как я тут оказался? Что вообще там случилось? Все целы. Ты не трещи так быстро крыльями, боже. Был такой кипиш, я вас, ребят, еле нашел. Кроме тебя никто не пострадал. Я слыхал, ты выкинул какой-то безбашенный фортель. Ну, Эйка и Кин были в беде и... Как всегда, выеживаешься. Эй, игра. Это что-то перебор. А, так его только соло и можно бить? Да, рано еще. Потом. Ты не слабо так звезданулся. Когда мы вас нашли, ты реквизировали корабль из порта. И свалили. Так вот, стримы в 6 утра, да, Ичи? Угу. Ничего себе. Я вообще ничего из этого не помню. Но неудивительно, ты 3 дня кряду спал. Не представляю, что завтра за день будет. Ты что, Dark Souls будешь играть завтра? Что? Ты Целеста прошла? То есть в 6 утра я должен быть на ногах, чтобы прийти к тебе на стрим и смотреть Dark Souls продолжение. Так выходит, я правильно тебя понял, Ичи? Ну даже у меня игра спросила. Серьезно? Да, Сид хотел поговорить с тобой в королевских покоях. А, хорошо, интересно, что ему надо. Это мне интересно. Ты давай не капай мне этот. Давай рассказывай, да или нет. Что-то прибило к берегу. Да, выглядит не очень. Как вина, что ли, господи. Ага. Чего бы это ни было, оно дохлое. Какого черта вы должны быть на своем посту? Капитан. Простите, сэр, но мы нашли это странное создание на берегу. Отойдите-ка. Когда-то я плавал на кораблях, поэтому кое-что знаю о морских тварях. Ты сейчас, блядь, удивишься. Так ты продолжаешь, да, я так понимаю? А где ты остановился-то, я уже не помню. Я помню, ты вроде в Анор-Лондо где-то была. Но я не помню, прошла ты его. Чашу поставил. А, то есть Анор-Лондо уже все. Все, самая веселуха сейчас начинается. Да ты плавал. Так, ну помнит о тварях, да. А одно сдохло, наверное. Приведите доктора, пусть он разбирается. Черт возьми, как драпанули-то. Кажется, меня начали наконец-то Где моя оказаться? А, моя хоть и есть. Ясно все с тобой. Моя хоть и есть. Значит, Dark Souls. Не, ну это заслуживает шаут-аута. Все по-любому. Все понятно. Шаут-аут. Че? Я тон писал? Just chatting? Что еще за час-чатинг? Ты что там? Если вы не спите в 6 утра, и вам интересен Dark Souls. Так, королевские покои. Они вроде здесь, да?
если мне память не изменяет. Наверх. Вроде такого можно и проснуться. Ну, ради такого можно и не ложиться в моем случае. Да я ни хрен спать не буду. Чёртова бессонница. Чего? Проходите, Регин ждет вас. А, окей. Вок! Наконец-то проснулся, герой. Так мы подожди, мы в Люмблюме, что ли? Мне сказали, ты хочешь меня видеть. После того, как мы проанализировали нападение на Александрию, мы узнали кое-что очень интересное. То, что вы все должны знать. Вок. Все остальные ждут в зале совещания. Да запускай как хочешь. Мы можем начать в любое время. Отлично. Пожалуйста, следуйте за мной. Хочется сказать, не показался ли трон уехал? Все собрались. Мы все еще не можем найти принцессу. А вы как? Я сбегаю за ней. Обожди ты. Ай, ладно, ладно. Все, что я хотел сказать, с чего начать. Вот что я хотел сказать. Что? Самобичевание? Александрия разрушена. Нет! Там был магазин! Нет! Проверить не могу, столько людей погибло. Магазин! Те, кто выжил, остались без крыши над головой. И магазин тоже без крыши. Как же это произошло, почему? Быть может, мне не стоило призывать Александра, как хотела Эйка. Нет, это не ее вина. Это я во всем виновата. Я не должна была убегать из дома. Все решают мои проблемы. Зидан, Виви, Штайнер, все вокруг. Может, если бы я осталась с мамой, я смогла бы остановить ее. Это все моя вина и только моя. Я не должна была восходить на трон. Думаю, я смогу исправить то, что сделала мать, однако. Я принесла всем лишь несчастье. Зачем... Что же мне надо делать? Минуточка депрессии о том, как магазин исчез с лица земли. Город в руинах. Погибло много невинных людей. Вок, могу себе представить. Ее высочество должно быть в отчаянии. Я никогда не видел ничего столь ужасного. А где Беатриса, кстати? Мы ничего не смогли сделать, сражались за всех сил, но все бестолку. Мы проиграли. Беатрис и я потеряли всякую надежду на спасение и готовы были распрощаться с жизнью. Я не знаю, выживет ли она. Кто? Беатрис? Потратили ему силу на восстановление Люмблюма. Но людям потребуется время, чтобы пережить эту трагедию. Тем, кто выжил, предстоит долгий и трудный путь. Курмеция, Клейра, Люмблюм, Александрия. Худжи разрушил оплоты всех четырех наций. Чего же он пытается добиться? Чтобы вы все объединились и дали ему пизды. Какая разница, надо просто найти его и порвать на Александрийский флаг. Не все так просто. Мощь Худжи запредельна. Как ты собираешься одолеть его? Худжи хранит много тайн. Я не могу поверить тому, что я видел, когда мы спасались из Александрии. Что? Что ты видел? Я видел, как он ускользнул на похищенном корабле Хильдегарда 1. Вот. На борту были черные маги. И это не прежние черные маги, они разговаривали. Что? Быть не может. Ты уверен в этом? Да, более чем уверен. Почему? Почему они ушли с Куджи? Гнев, гнев, гнев! О! Взрыв практически уничтожил наш корабль.
Ядрит там цвета музыка происходит. Внизу справа. На секунду я даже подумал, что... Ха-ха-ха, что за нелепость. Что этот старый дурак мне сделает? Ему не убить меня, как и никому другому. Ты все равно опоздал, старик. Механизм уже приведен в действие. Что? Новый хозяин, желай! Сейчас будет. Я не позволю тебе вмешиваться. Что произошло? Ужасные раны у вас. Умолкните. Если я не смог получить Александра, быть посему. Я смогу найти другого Айдолона. Ты. 234-й. Молчать. Я не спрашивал твой номер. Приготовления завершены? Да. Как раз вовремя. Зидан, твоя роль в моей пьесе далека от окончания. Я пойду отдохну. Возвращайся к работе. Че ты его потрепал так? Все, у него же раньше все белое было. Людка, Сашка, Борька. Значит, твоя жена психанула и превратила тебя в оглопа? Грустная история, не так ли? Мое распутство довело меня до беды. Но откуда у Куджи корабль леди Хильды? И зачем он ему? Гвок. Для меня тоже это загадка. Возможно, он хочет пользоваться им в своих мерзких целях и дальше. В любом случае, я должен вернуть Хильду и корабль. Правитель пал так низко, какой позор. Хильду, в смысле, жену вернуть должен? Впрочем, в данном случае это вторично. Наша первоочередная задача — остановить Куджи. Именно, мы должны остановить его, пока еще не поздно. А, языком молоть, не мешки ворочать. Мы не имеем ни малейшего понятия, где он. Даже если бы знали, не смогли бы до него добраться. Увы, это так, Хильдегарда Гвок еще не завершена. Я не могу руководить постройкой корабля, будучи в таком жалком обличии. Если бы я снова стал человеком, Артания, может быть, есть какой-то выход? Я говорил об этом с профессором Тотом и просил его присоединиться к нам. Он будет здесь с минуты на минуту. Превосходно, убежден, что его помощь будет бесценна. Прошу извинения за опоздание. Прошу меня простить за то, что вызвал вас так срочно, глубоко уважаемый профессор. Примите мою благодарность за то, что согласились удалить нам толику вашего драгоценного времени. Министр, прошу вас, отложим формальности. Я слышал, что произошло в Александрии, и рад, что вы все живы-здоровы. А где же принцесса и где Эйка? О, нет, с ними все в порядке? Райзер, не волнуйтесь, все тип-топ. Эйка ушла искать принцессу. Хвала небесам, они живы. Профессор Тот, я хотел вас спросить... Народ! Что такое? Ох-ох, гляжу, какая энергичная, как всегда. Кин, она... Что? Что стряслось? Мне кажется, она потеряла голос. Что? Просто идем со мной, она в покоях для гостей. Погодь! Народ, я сейчас вернусь. Давайте идем же. Я тоже пойду. Предлагаю отложить встречу. Это хорошее решение, сэр. Мы обсудим все остальные вопросы позже. Зидан, как разузнать, что случилось с принцессой, доложи мне, будь любезен. Наши жены пушки заряжены. Да-да-да. Именно этим и занимаюсь 24/7. Это вроде тут было, да?
А куда она ушла? Тогда. В покое? Секундочку. Фу. Она в постели. Кин. Принцесса. По-моему, у нее шок. Принцесса, что произошло? Кин, что с тобой такое? Профессор, разве нельзя ничего с этим сделать? Дайте ей ручку. Беда. Принцесса прям потеряла голос. После всего того, что она пережила, смерть матери, разрушение королевства, то все причинило ей слишком сильную боль. Принцесса! Кин. И что, надежды никакой нет? Как так-то? Как так-то, ну? Я полагаю, время исцелит ее. Однако может пройти месяц и год, прежде чем она снова сможет говорить. А может и десятилетия. Как помните в том фильме с Джеки Чаном, когда у него там это отца убили, у него на глазах, спустя 30 лет, он нашел убийцу своего отца и начал с ним драться и такой: «Ааа, я убью тебя! Твоя...» Ну... Прежде чем ее печали уйдут, значит, нам остается лишь ждать. Боюсь, что так. Все очень сложно. Мы должны окружить ее покоем. Это все, что я могу предложить. Принцесса, пожалуйста, простите меня. Эйка, ты не приглядишь за ней немножечко? Да не вопрос, что ты будешь делать? Найду Куджу, выбью из нее дерьмо и выдергиваю ноги. Чего? Выдергиваю ноги из задницы. Мне хиллер нужен, пацаны. Проф, не найдется воздушный корабль? Единственный способ получить корабль — превратить Сида обратно в человека. Ладно, ладно, не стоит так волноваться. Пойдем к регенту. Погнали, железатор. Принцесса. Пожалуйста, скорее что-нибудь. Тебе еще и с ним нянчиться придется. Итак, Гвок, есть ли какая-нибудь надежда на возвращение мне первичного облика? Сожалею, сир. Нам нужно найти того, кто наложил на вас заклятие, чтобы обратить эффект. Это засада. Вообще-то можно кое-что попробовать. Давно я прочел книгу, в которой рассказывается способ обращения эффекта подобных заклятий. Правда? Однако я не уверен, можно ли доверять этой книге. Она была написана в довольно комичной манере. Есть шанс смертельного исхода? Я сомневаюсь в этом, сир. Нам нужно смешать три снадобья согласно формуле. Давайте уже попробуем, а? Гвок, тебе легко говорить. А что за снадобье-то? Необычное снадобье, прекрасное снадобье, странное снадобье. Они должны быть смешаны в соотношении 5, 2 и 3. Волшебники стародавних времен частенько использовали эти зелья. Они были довольно распространены прежде. Да, я полагаю, что ингредиенты для такого сильнодействующего лекарства будут, скажем так, более редкими. Однако теперь эти снадобья не в ходу, поэтому я не знаю, сможем ли мы их отыскать. Вроде у Сины где-то валялось необычное снадобье. У Сины у какого Сины? У Сины того другана, который щепелявит? Короче, не мандражируйте, сгоняй в город, пошуршу. Я рассчитываю на тебя, Гвок.
мой молот. Я весь вспотел, Ро. Воу! Ненавижу высоту, Ро. Слушай, мне вообще молоток. Так ж. Обожи. Сейчас схожу и поищу. Блин, просто одолжи свой. Чего, мой? Ни за что. Никому не дам, чего может. Да ёшкин же кот. Нет. Никто не возьмет мой молот. Ну блин, а чё мне ещё гвозди буду забивать? Погодь, я поищу тебе новый молот. Так, значит, где-то городской уровень, да? Да не, городской. С городского уровня как-то нужно выйти в город. Ну это как, знаешь, как в тупой еще тупее. Ну горит это. Скрестили бульдога и этого. И волкодава. Что получилось? Говнодав. Чай мы также. Снадобье будем скрещивать. 5-2-3, блин. Театральный район. Сима у нас здесь. Да, ты прав. Эй! Как дела, дружище? Вы же та парочка из Бурмеции. Спасибо еще раз, что помог нам. Да ладно, не стоит. Я рад, что у вас, ребят, все в порядке. Это тот, который его камнем завалило? Да, моя нога зажила, и я смогу ходить без помощи вы. Было очень тяжело, но слава небесам, мы добрались до сюда. Кое-кто из наших друзей даже смог добраться до Люмблюма, но очень многие погибли. Это нехорошо. Гонг. Фрея. Так, рад видеть вас. Взаимно. Слава небесам, вы целы и невредимы. Это был долгий путь, но, к счастью, мы справились. Я так хочу, чтобы Чейз и остальные были здесь. Мы потеряли столько наших. Согласна. Мы не можем опускать руки, мы должны идти до конца ради них. Но, Фрей, что будешь делать? Сдан с остальными собираются найти Куджу. Я с ними. Какие планы у вас? С остальными собираемся вернуться в Бурмецию. Многих наших товарищей судьба раскидала по всему континенту. Вообще, мы надеялись, что ты к нам присоединишься. Потому что. После того, как я выполню свое задание, мы обязательно увидимся. Заботься обо всем до моего возвращения. Обязательно. Удачи тебе. И вам, друзья. Хотела бы я, чтобы сэр Фредли был с нами. Чуть не забыл. Я хочу тебе кое-что показать. Да-да. Эй, подойди-ка сюда. Идем. Ебать, выводок натворил. 5 штук аж. Наши малыши. Я не думал, что мы сможем сдержать обещание. Папуля, это кто? Это мой спаситель. А? А кто такой спаситель? Спаситель — это очень близкий друг. А? Тоже хочу, чтобы у меня был спаситель. Он клевый. Хе, какие славные. Идет время, мы вернемся в Бурмецию. Пока нам нужно собрать всех вместе.
Надо массу времени и усилий, чтобы отстроить наш дом заново. А мы можем пойти поиграть? Бегите, малыши. Мы должны восстановить бурмецию для наших детей. Блять, они так играют, как будто там кого-то пиздят. Да, бей его, бей! Должно встать бурмец ради наших детей. Обязательно приходи к нам, когда все наладится. В конце концов, мы обязаны тебе жизнь. Конечно же, я приду. На халявный торт. Да ну, что тут? Я знал, что вы будете здесь, братва. Зидан, ты как? Шалышал тебе здорово дошнялось. Ты можешь ходить, Ро. Это хорошо, Ро. Лайна. Да, жить буду. Ты с Бланком говорил? Да, виделись с ним в замке. Каким ветром тебя к нам же не шло? Шашкучился по моему ароматному кофе? Вообще, братцы, я хотел попросить об услуге. Сина, у тебя же вроде было необычное снадобье. Да валяющий где-то. Огонь! Можно у тебя одолжу? Да не вопрос. Погоди, сейчас принесу. Зидан, не думаешь снова махнуть к нам? Не знаю, Маркус, подождем, когда все успокоится, тогда порешаем. Без тебя скукота, Ро. Держи. Держи. Необычное снадобье. И зачем тебе это снадобье? Это что лет? Ему что лет в обед? Нужно превратить Сид назад в человека. Спасибище. А они вообще в курсе? Что-то они так удивились. Чикаро, варизелеро. А. Не так. Чикаро, варизелеро. Вот так, примерно. Это альтернативный Карлсон. Да. Там еще осталось капелька. Нет. Там еще осталось капелька варенья. Что? Совсем нет. Сверчилось чудо! Да. Друг спас за друга. Карлсон мой кумир, блядь. Прилетает на день рождения, короче, без приглашения. Вообще красава. Чё, где у вас тут похавать? Такой. Кумир просто, знаешь. Разъёбывает люстру к ебеням. Мамину. Такой, ну, я пошёл, ладно, давайте пока. Зелье есть. Так, вот что, вниз, вверх. Все зелье собрал. Мне сказали одно принести. Че? Вам не разрешено проходить в королевские покои. В смысле, блядь? Чего, блядь? Чего, блядь? Так, нихуя не понял. На третий стрим Final Fantasy я заметил, что ты поставил обработанный бэкграунд. Привет, Неймис. Ну, я их с первого дня поставил. Ну, да ладно. Так, а подожди, а что тогда? Что-то я не вкуриваю.
Да я понял, что сейчас заметил. Ну, просто если не сильно приглядываться, они, в принципе, такие же. В принципе. Такие же, но не такие же. Да. Блять, где все? Нихуя не в курю, что происходит. Я знаю. Я когда русификатор поставил, игру запустил проверить, короче, вдруг заметил, ну какая разница. Что я игру переустанавливал. Что нихера не работало нормально. Там прям с самого начала крюк, короче, висит в корабле. Ты на него смотришь, он такой мыльный весь, блядь. Потом, короче, это текстуры обновленные поставил, такой, нихера. Вот это да. Так, а что происходит-то? Все-таки. Мы можем построить корабль до определенной точки, нам нужен регент. Не знаем, как построить ключевые части. Строительство воздушного корабля идет полным ходом, но лишь регент знает, как построить важные части корабля. Это я понял. Крюк вожди, ага. Так и есть. Пилотля безвоздушного корабля. Окей. Да мне вообще нравится ситуация. Как они просто, знаешь, в замок. Как в их замок можно легко попасть? Смотрели этот фильм, «Операция с Новым годом» русский. Ну, там чувак, короче, это по телефону шел, разговаривал, там дверь кодовая за замком, короче, он такой, знаешь, просто встал, начал стучать, короче, а встал так, что, короче, панель кодовая была, он просто это пальцем, знаешь, водил и, короче, дверь открыл, пошел внутрь. Ты как сюда вошел? Постучал и вошел. Сука везучая. Мне нравится смотреть на статую ожидания воздушного корабля. Думаю, так же это. Ты что тут в замке делаешь? Ну, я постучал и вошел. Как-то странно, что они мне сказали только про осину, а про остальные зелья ничего не сказали. Как-то это очень странно. Спросить о снадобьях. Когда промышленный район уничтожили, у нас появилась отличная возможность развивать новые технологии. Кого колышет снадобье? Ты чё, пёс? Да, они просто тупо ничего не объяснили. В смысле, ищи. Я чё, на профессора похож? Спроси кого-нибудь другого. Хорошо, ищу профессора. Снадобье есть? Не-не-не, не хочу. Я не разбираюсь в снадобьях. Нужен продавец. Продавец. Продавец был вверху и справа, да? А чё, это, огурчики не продаете? Я не слышал о таких, может, сестра знает? Вот это-то? Не знаю таких, спроси моего брата.
Я это бабушку спрошу. Бабушка, огурчик здорово, блядь, живая, сука. Снадобье? Не, не знаю никаких снадобий. Не поливаю свои огурчики. Что-то начинаю думать, что как раз поливаешь. Что, блин, у нас сегодня чешется? Ты не видишь, мы работаем. Да что за... Мать твою. В этот район не попасть. Здесь. Те птицы сводят меня с ума, не дают сосредоточиться. Может, стоит забить на четвертак, подаваться в птицеведы? Ну, что я говорил. О том, что что-то изменится. Вам видно, да? Да, вам видно. Как раз вот они сидят. Здесь раньше в этом месте два яйца лежало. Когда мы здесь были в прошлый раз. Теперь тут птицы сидят. Лекарство. Эликсир. Рассолом поливает. Ага, конечно. Скипидарман их поливает, поэтому люди, блядь, их едят, короче, и падают сразу. Прости, понятия не имею. Никогда не слышал о них. Прекрасное снадобье. Да, у меня есть такое. Уважаемая. Знаешь, что где-то здесь. А, вот же оно. Ладно, держи. Все равно мне оно слишком старое для продажи. Прости, остальных у меня нет. Ну, хорошо. К сожалению, ничем не могу помочь. Ничего о снадобьях не знаю. Ты у Элис спрашивал? Говорите о другом. Джорджина лавка, я понятия не имею. Вот. Качать вообще. Сейчас. Есть, есть. Волшебная ракетка. О, две. Возьми. Кипарисовые ветвь. Твою, чё так всё? Фак. Ой, ну только не говори, что и это ещё тоже функционирует. Банкрот прям. Мне игра просто не дает выйти на улицу, пофармить деньги. Я могу один сходить, но скорее всего меня убьют. А мне это не нужно.
Так что нужно, короче, собрать команду. Никому не позволено покидать замок. До свидания. Просто до свидания. Какой лес? О чем говорить? Центральный район. Эх, не ваш лес. Мне обычный фарм нужен. Самый обычный. Ищем последнего человека, который может мне зелье подкинуть. К сожалению, ничего такого не знаю о снадобьях. Когда не слышал, прости. Может, художник? Хотя вообще по логике-то здесь три района. Самопровозглашенный гений Нэш. Не слышал таких. Но если ты их найдешь, можешь забрать себе. Что это значило? То есть у тебя где-то здесь есть лазурит. Изи-пизи. Так, вроде все собрал, теперь надо двигаться к Сиду. Че там? Не. Обычный фарм — это нудно. И чё? Нахуй мне твои чехографы, если от них толк никакого. Ну найду я предметы, ну экипирую их, и все, и чё? И какой толк? Ну какой толк-то сейчас? Толку-то никакого нет. Надо же навыки в любом случае прокачивать. Так я понимаю! Но толк-то, блять, какой? Фармить все равно придется. Вдруг что-то более хорошее есть. Что вы начинаете? Ну я рад, что они навыки дают. Но мне нужно в бой влететь, чтобы этот навык прокачать. Понимаешь? Чтобы потом, если что, поменять другому его экипировать. Чтобы у него тоже этот навык был. Вы, походу, не шарите, ребят, что происходит. Ужас. А что это вдруг регент меня ждет? Он же не ждал меня. Кто еще не шарит, ой, все, завалите, блядь. Нашел их. Я смешал три зелья так, как было сказано. Я буду делать то, что я хочу, а не то, что вы хотите вдвоем. Превосходно. Давайте пробуем прямо сейчас. Сир, вы готовы? Ну, хуже уже не будет. Это просто обязано сработать. Отлично, приступим. Воу. Сработало? Что-то не так. Квак. Квак? Не сработало. Силы небесные. Регент стал лягушкой. Но ёперный театр, не видать нам корабля. Все, квак-квак, больше никаких снадобий.
Нам нужно найти Хильду. Соберите всех в зале совещания, Ква. Блин, вот дрянство. Спасибо за то, что пришли. С учетом того, что финалку восьмую можно пройти вообще без фарма какого-либо. Чем мы тут вообще жалуемся-то? У Реинта важное объявление. Теперь он жаба? Я снова хотел квак стать чемпионом. Ой, человеком, блядь. Но получилось то, что получилось. Мы знаем, что у Куджи в руках ключ к нашему спасению. Нам надо его найти во что бы то ни стало. Но у нас нет воздушного корабля. Мы сможем воспользоваться кораблем, который мы, квак, позаимствовали в Александрии. Артания, прикажите Зибольту немедленно подготовить корабль к отплытию. Дася. Ну куда мы направляемся? Квак, я все еще думаю над этим. И сказать, что на борту воздушного корабля Куджи были черные маги. Может, если мы отправимся в деревеньку магов, мы сможем выяснить что-то. До сих пор не могу поверить. Почему они были на корабле этого злодея? Почему? Ну, Виви прав, надо загонять до деревеньки магов. Блестящая идея, мастер Виви. Принцесса, вы отправляетесь с нами? Конечно же, она пойдет с нами. Как сильно сомневал... Я как-то сильно сомневаюсь, что это хорошая мысль. Не беспокойся, Зидан, я позабочусь о ней. Тогда решено, Квак, отправимся в деревню черных магов. Встречаемся на борту корабля, он в гавани на цокольном этаже. У нее народа вообще не осталось, или что? Что происходит? Я пытаюсь понять. Она просто такая, знаешь... Голос потеряла, город потеряла. Че, вообще никого не осталось? То она уже больше не королева, не принцесса, ничего, вообще нигде. Свежие гизальские огурчики. Моя, потеряйся, город слишком большая. Что такое? Что это такое есть? Объедение. О боже. Объедение? Я то у тебя есть вкусная еда? Объедение. Да, эти огурчики очень вкусные. Что? Это еда? Ты что, никогда не видал огурцов? Моя первый раз их видя. Но я нужный пробовай много еда. Чтобы понимать, что к чему. Наставник так говорит. Тогда тебе нужно попробовать огурчики. Думаю, тебе понравится. Хорошо, моя съеди. Ебать точит. Что мы делаем-то? Что-то я... Корабль они снаряжают. Надо к кораблю прийти. Хотя он говорит с ним. Больно.
Мне нравится смотреть на статуи в ожидании воздушного корабля. Ну, корабль просто так не возьмет, не появится же. Чего? Дай попробуем выйти. Ну это бред, конечно. Мне уже 3 часа не дают просто денег пофармить, серьезно. Тут куча всего. Продается в магазах, а я не могу, короче, это купить ни черта. Правило есть правило. Замечательно. Ну где-то ебучий корабль. Че, блядь, издеваешься надо мной, игра? Квина. Квина, ты где был? Зидан, моя так рад. Рад тебя видеть. Этот человек страшный, помоги. Че ты такое несешь? Твой знакомый? Да типа того. А он смелый, гляжу, съел огурец и пытается убежать, не заплатив. Не удивлен. Она говорит, попробуй, да попробуй, моя, попробуй. Моя, не делай ничего плохой. Ты нормальный вообще? Я разорюсь, если стану направо-налево раздавать еду. Ладно, бабуль, не суети. Сколько он тебе должен? 100. Ну, ладно. Только убери его с глаз моих долой. Пойдем, Квина. Зидан, твоя опять моя, спасай. Моя всегда пойти с тобой. Пожалуйста, не надо. Окей. Моя всегда пойти с тобой. Замечательно. Переходи, плати за него, блядь. Так, и что? И чего? Да ты заебала, игра. Что за непонятные вещи происходят? Туда не ходи, сюда не ходи. А куда тогда ходи? Начинаю как-то разговаривать все. Старый, ты что тут? Это строили корабль, которому не нужна мгла для полета. Пока не увижу глазами своими, не поверю. Они мне сказали, нужен корабль. Ну, в смысле, на корабль нужно идти. А где этот корабль? Я вроде бы все уже обошел. Ну, то есть, снадобье я сделал. Теперь нужно идти на корабль какой-то, который хер знает где. Не, ну есть, конечно, теория, что мы где-то здесь можем найти жену этого регента. Или типа того. Даже сейчас я тут это... Воруй. Да ты воруй. Да ты воруй, воруй. Да ты воруй. Ты воруй. У меня аж спина разламывается. Да, тяжеловато. Тяжеловато будет все привести в норму. Согласен. Это надолго, Ру. Да. Как ты хорошо играешь, я тоже хочу. Тебе нужно играть редкими картами, чтобы выиграть. Пожалуйста, научи меня, ну пожалуйста. Учиться игре в четвертак желаешь, ну хорошо, чувствую. Ну, на чувства свои ты полагаться должен.
Это твой первый урок. Ты, блядь, Йода, что ли, какой? Что? Так, я 8700 получил. Да как тут не подумать? Постановка фразы в обратном порядке. На чувства свои оглядываться ты должен. На чувства свои оглядываться должен ты. И хотя, может, я так прочитал просто. Кто знает. Повязка с мантрой. Темная шляпа. Штуки две дай. Хотя дай одну. И эту дай одну. Пока, Хара. Блин, а на этот не хватит, да? Или я уже купил? Но есть. Так ли мокро? Еще нету. Вон. А вот теперь... Можно мне намекнуть, потому что я вроде бы все уже оббегал. Корабли не только летают. Не знаю, что мне это должно было дать. Ну, кроме как цокольного этажа. На который я не ходил, а там, кстати, тоже есть выход с локации. Но это не точно. Как так аккуратно научиться подсказывать? Потрясающе. Ну, я помню кат-сцену эту. Проблема в том, что я этого места не видел нигде. Я не знаю, где это место, потому что я там не был. Оно либо здесь. Либо не здесь. Ты кто такой? Регент в этот раз поступил несколько неблагоразумно. Мне пришлось все подготовить в кратчайшие сроки. Хорошо, что ремонт второй Хельды решили отложить, а то я точно не успел. Регент ожидает вас на борту. Воспользуйтесь лестницей, чтобы подняться на корабль. А он с нами, что ли? Поедет. Я бы как. Чё? Ну, поехали. Голубой нарцисс. Ну, надеюсь, эта корыта дотащит нас до деревни магов. Я, чё так долго-то?
Бланк, ты тоже с нами? Да, меня попросили составить вам компанию, народ. Кто попросил? Да Боск тоже еще. Но это была не его идея. Это была моя идея, Квак. Нам нужен человек, который будет охранять корабль, когда вы уйдете в деревню. Ну, я вам вот не обязан, поэтому вы... Назревает ситуация. Квина увидела регента. Бланк, дружище, ты нам ничего не должен. Говори. Говорит. Поднять якорь. Квина любит лягушек. Так что поаккуратнее. Может, я съеди эта лягушка? Меня это не беспокоит, у меня больше врагов, когда я был... Было больше врагов, когда я был оглобом, Ква. Да, если захочешь сменить состав команды, обращайся ко мне. Так куда направляемся? Наша цель — деревенька магов на внешнем континенте. Чтобы свериться с картой, используй... Так. Да. Да. Алло. Он сам поедет. Вернуться на палубу. Назад. Так, это вперед, от назад. Надо на побережье высадиться. Я... Уточнить вопрос по поводу высадки на побережье. Мне нужен песок, да, правильно? То есть вот на такую гору я не смогу высадиться, правильно? Мне нужен именно песочек. Хорошо. А бои здесь бывают на корабле? Куда я тут пойду, показывает... Что-то это Чикоба, наверное, да? Здесь фармить. Дай посмотрим. Гравитация разлом комета. Волнение. Давай. Отлично, двигатель. Волшебника, гравитация. Автовозрождение даем. Так, секундочку, блядь. Секундочку. Ну, мы фармим, короче, сейчас, да, по-любому. А на кому идет? Она всем идет. Воскрешение? Ты можешь магию делать? Хм. Ну ладно. Так, что пытаюсь сделать? Надо...
наверное. Гравитация. Чего у тебя тут происходит? Бешенство, уменьшение, целитель. Целитель. Так. Раму прокачано. Кумарин. Пал и Фрид. Ох, мать. Ох, мать. Тайная магия. Целитель. Вот что значит, давно не давали, короче. Прокачиваться нормально. Авторегенерация ВМ плюс 20%. Ёпта. Вот это серьезная хуйня. Причем качается не так уж и долго. Так, у тебя все еще ни черта не прокачано, поэтому качаем. Хотите вы того или нет, сейчас будет продолжительный фарм. Сейчас не нужно. Обучение. Терморегуляция. Молчание. Травление. Целитель. Полный плюс 20%. Да, 10 нужно для регенерации. Молчание. Ох, мать. Блять. Больше опыта за победу в бою. Персонаж изучает способности быстрее. Ну, давай так. Убийца насекомых. Пожиратель людей. Бдительность не качается. Убийца зверей. Бдительность. Бодрость не качается. Бля. Убийца нежити. Убийца птиц. Зэ я не буду снимать, обойдешься. Хотя... пока прокачиваем. Сикосян не хватило. Остановку. Ну. Ну так мне и, как бы, ну, смысл не в прокачке сейчас. Немножко смысл в том, чтобы прокачать именно эти.